Харьков, осажденный российской армией 2 марта 2022 года. Буквально 20 минут назад российский бомбардировщик нанес удар как раз по этому месту. Мы видим, попадание пришлось вот это здание. Это дворец труда в Харькове. Магазины, офисы, квартиры. Это здание горсовета. Вот попадание пришлось. Российский летчик вот так спокойно подлетел и уничтожил абсолютно гражданский объект. Без всякого смысла, смотрите, никакого военного значения объект не имел. Давайте посмотрим, смотрите. Ни в горсовете, ни здесь. Никаких машин нет. Их и не было, смотрите. Ничего не... Здесь просто не располагались ни воинские подразделения, ни добровольцы. Здесь не было призывного пункта, нет склада каких-то военных принадлежностей. Ничего нет. Это реальный террор. Террор в Харькове, в осажденном российской армией. Просто террор. По известному зданию в центре города просто так ударили авиабомбой. Вот для чего Россия ведет войну. Да? Это просто террор. Смотрите, какое снесено огромный участок крыши. Возможно, знаете, даже не авиабомба, а крылатая ракета. Смотрите, какой огромный снесено, какой огромный участок кровли. Огромный, да, да, то есть... Фашист пролетел. Это он даже следует на осадку. Часто здесь пролетают российские бомбардировщики? Сегодня очень часто. Сегодня, наверное, за это время, за 40 минут, второй раз. Много разрушений они бьют по гражданским объектам? Конечно, по всему городу.